В поселке Глебычево Выборгского района Ленинградской области для прихожан открыт храм Рождества Святого Иоанна Предтечи. Рядом с церковью еще совсем недавно, в дни школьных каникул, работала и православный детский лагерь. Бывала на богослужении и познакомилась с воспитанниками прихода наша съемочная группа из Петербурга. Жителями поселка Глебычево в большинстве своем являются семьи военнослужащих. Они и приходят на воскресные богослужения, а также солдаты срочной службы. Летом здесь молятся дачники. Все они 9 лет назад объединились в общину, чтобы построить для себя этот деревянный храм. Поддержало их руководство военной части. Так митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому было направлено письмо с просьбой назначить в Глебычево постоянного священника. Настоятелем храма стал отец Владимир Даниловский. Когда меня сюда назначили, здесь еще ничего не было. Только была община желающих построить храм и вместе молиться. Благодаря помощи командира полка, который полк здесь рядом расположен, добрых людей, моих друзей из Санкт-Петербурга, мы смогли построить храм, который теперь действительно, как многие говорят, является украшением нашего поселка. В вагончике мы начинали службы наши. Батюшка приезжал с Питера сюда. Вот. Потом уже начали строить этот храм. Вот и с Божьей помощью все это построили, благоустраиваем как можем. Вообще всей культурной жизни у нас стал храм. Во-первых, это самое красивое сооружение на всю округу. И оно у нас, опять же, нашими силами, средствами скудными позаботились о том, чтобы он освещался ночью. И с дороги его видно зимой. И сейчас летом видно. И это центр такого притяжения. Сюда тянется молодежь, здесь много детей. Вы видите, сколько детей причащаются. И это просто благодать. На богослужение в храм приходят и воспитанники православного детского летнего лагеря, который находится недалеко от церкви. Несколько лет назад молодые прихожане одного из петербургских храмов приехали в гости к отцу Владимиру и остались в Глебычево на несколько дней. Так родилась идея организовать летний лагерь. Его первая смена жила в палатках, потом начали строить корпуса. Теперь лето в Глебычево проводят ребята из петербургских патриотических клубов, дети из соседних поселков. Храм находится рядом с лагерем, и я постоянно вместе с детьми здесь живу. Мой дом находится в 10 метрах от их спального корпуса. И мы каждое утро и вечер вместе совершаем молитвы, утренние, вечерние. И постоянно общаемся с ними на духовные темы. Отец Владимир надеется, что количество корпусов и детей в лагере будет расти. В этом году здесь побывали воспитанники Центра социально-психологической реабилитации, который находится в городе Свердловске Луганской области.